Короче, я решилась все-таки сделать это. Помыть холодильник. Всем привет. Все выгребло, весь стол в банках тут. Посуди. Сейчас пойдем мыть ванную, вот это вот все. Добро. Все вытащила, освободила. Пусть морозилка размораживается. Блин, как не хочется. Ну, надо. Так. Чё, пошли ванную мыть? Пошла дальше теперь холодильник сам намывать. Ну что, я полочки помыла, высушила, внутри тоже все помыла. Морозилка еще оттаивает, еще не до конца оттаяла. Сейчас будем заполнять потихонечку, да? Руки трясутся аж уже, если честно. Что это у меня? Ой, поехали. Чистенький холодильник. Люблю, когда чисто. Ой, дальше. Вылазит еще. Так, сок томатный. Капусточка. Так, по-моему, вот это была ниже. У меня на банках стоите это, я потом засуну. Вот. Вот такая вот красота. Чистота, порядок. Вот. Кого смотивировало, ставьте лайки. Подписывайтесь. Всем пока-пока. В следующий раз, наверное, будем мыть гарнитур. Пока. Устала я. Решила перекусить окрошкой. Окрошка. Окрошка. Проголодалась. Мы тут еще между делом уроки сделали с ребенком. Целый день с этим холодильником, блин. Большое дело сделала. Все оттаивает еще. Внизу. Не видно ни хера, короче. Всем приятного аппетита. Вкусно. Но жду, когда оттает до конца уже, чтобы запихнуть вот эти вот уже полуразмороженные ягоды, мясо. Все это закинуть нахер.
Надо было вообще с утра его вообще еще с утра с утра, когда ребенка в школу провожала, включить. Я ж не собиралась. Течет сейчас. Ладно, всем пока, побежала.